Партия «Действие и солидарность», возглавляемая Майей Санду, надеется на треть мандатов после следующих парламентских выборов. Об этом заявил генеральный секретарь формирования Игорь Гроссу. По его словам, треть мандатов даст партии такую позицию, которая позволит ей обусловить возможные альянсы. Гроссу заявил, что ПДС категорически исключает альянс с Демпартией и ПСРМ. В то же время формирование ведет переговоры с партией «Платформа достоинства и правда» для возможного сотрудничества на выборах. Но сначала хочет увидеть, как будут намечены избирательные округа. «Мы готовы вести переговоры со всеми партиями, если останется эта система. Мы готовы говорить и с физическими лицами, если появится кандидат в избирательном округе с электоральным потенциалом, авторитетный для электората в том случае, если будет только один тур», – сказал Игорь Гроссу.